Скажи, это прям... Это тоже сфотографировано? Дорами фасоли си прям там? Дорами тоже есть. Вот. Нет, ну вот... вот так эти... сфотографировали? Вот. Эти сплеты. В этом. То есть вы же их читаете? Да, конечно. Ну, как вот я, например, на фортепиано... Все, да? Так, здесь дорами есть. Вот эта флейта в ре, например. Если не вижу сделать, она до дома можно опустить. Две октавы. То есть пять отверстий, но можно играть всю гамму. Ты там оставь все, то есть записывай и поставь вот это, найди мне вот это для другого произведения. А я пока сыграю что-то. Ты найди там, он Шопен называется, Вагнер на кэп у меня в аудиозаписи ВКонтакте. Надо с утра под такую музыку йогой заниматься. Да, хорошо для расслабления. Да. Я еще не готовился, сейчас 10 дней буду готовиться, конечно же, к концерту. Я до сих пор не готовился эти произведения. Так что я буду сейчас отрабатывать. А у нас, наверное, здесь интернет, да, не ловит? Нет, там просто у меня телефон выключился. А может быть, я вас спасу? С вашего телефона туда заснуть? Ну да. Выключился у тебя? Ломался? Попробуй помать. А, да, по Bluetooth там колонка будет, JBL, Go, Flip 4. Там, типа, просто... Ну вот, сядьте сюда, мы же двое настроить, пока я другое поиграю, вы попробуйте. Нет.
Для детей можно что-то такое интересное делать, чтобы им не становилось скучно. Такое вот. Как журавли. Почти. А, как журавли у меня почему-то. Это журавлиное гнездование, такой традиционный репертуар, вот я изучаю, например. С ума вот, начинается сойти. Отсюда. И вы вот что-то так. Здесь понимаете. Да. Традиционный репертуар несколько нот и можем заканчивать, да? Thank you.
Да.